если бы я родился и жил в каком-нибудь другом месте на Земле, то все равно переехал бы в Казань. Для меня нет второго такого города, который мог бы так вдохновлять». Так сказал о Казани известный российский писатель и кинодраматург Денис Осокин. Столица Татарстана, образовательный и культурный центр Поволжья, город с тысячелетней историей, признанная третья столица России. Город, объединивший в себе две культуры и две религии, крупнейший экономический, научный, образовательный, спортивный и культурный центр. Все это Казань. Столицу Татарстана называют городом студентов. Здесь работают свыше 30 высших учебных заведений. Главный вуз города – один из старейших в России. Он был открыт в 1804 году указом императора Александра I. Эта дата считается также и датой рождения юридического факультета, ведь он был одним из первых подразделений университета. Наш юридический факультет готовит не казуистов, способных ловить рыбу в мутной воде российских законов, а людей, способных разумно и сознательно проводить в жизнь идею правды, так говорил своим студентам знаменитый профессор Казанского университета Николай Загоскин. С тех пор прошло больше века, и юридический факультет до сих пор гордится своей репутацией, имеет мировое признание и считается одним из лучших в России в сфере юридического образования. Председатель правительства Татарстана, юрист, наш выпускник, мэр города Казани Ильсур Мерчин, наш выпускник. Когда я поступил на юрфак, я возвращался в родной Нижнекамск. У меня было ощущение, как будто вот я молодой Юрий Гагарин, который только что первым слетал в космос из Нижнекамска. И меня переполняло чувство гордости, и я видел восторг людей. Многие из этих выпускников когда-то сдавали экзамены Марии Никитиной, почетному преподавателю факультета. Юридический факультет – это жизнь моя. Вся жизнь моя прошла там. Жизнь в юридическом факультете – это modus vivendi. Факультет определяет образ моей жизни. Мы живем в делах и помыслах наших учеников, выпускников. Я думаю, что популярность этой профессии, она никогда не угаснет. Был юристом и останусь юристом на всю жизнь. О том, насколько был всегда высок уровень образования на юридическом факультете, рассказывает один забавный случай. Сел, встал за кафедру и начал читать лекцию. Студенты слушали, записывали. Лекция благополучно закончилась. И когда я уже пришел на кафедру после лекции, мне сказали: «Ты кому читал лекции?» Слушали его не студенты-юристы, а студенты физического факультета. То, что физики заинтересовались этой лекцией, да, свидетельствует о высоком качестве, профессионализме этого преподавателя. Юрфаку благодарен не только за правовые знания, и, может быть, даже не столько, а именно за то, что наши преподаватели научили мыслить, научили стремиться к цели и научили некому такому лидерству. Престиж факультета с годами становится только выше. Сейчас здесь обучается более 3500 студентов. Студенческое научное общество юридического факультета признано лучшим в России. Но жизнь студента – это не только учеба. Юридический факультет традиционно славится своими спортивными достижениями. Юрфак традиционно называют спортивным факультетом с юридическим уклоном. Очень ответственно и трепетно к этому относились и наши преподаватели. То есть, если мы занимали второе, а не первое место, преподаватель говорил: ну вот, если бы было первое, то пятерка на экзамене. Раз второе, то тогда только четыре. Даже и к таким несерьезным направлениям, как художественная самодеятельность, юристы относились всегда очень серьезно. Может быть, поэтому ими здесь всегда сопутствует большой успех. Особенность юрфака еще и в том, что выпускники не расстаются с факультетом навсегда. Многие продолжают активно участвовать в жизни «Альма-Матер». Когда мы создавали ассоциацию выпускников юрфака, как организация, объединяющая людей, которым неравнодушна судьба факультета, найдите нашу страницу на сайте юридического факультета,
зарегистрируйтесь и будьте вкладом в себя и в развитие нашего факультета. Я хотела бы, чтобы все, кто приехал сюда, прилетел, пришел, они ощутили себя вновь теми молодыми студентами, которые впервые зашли в стены, переступили порог альма-матер. Так что и для тех, кто уже давно получил свой диплом, юридический факультет остается родным домом. Возможно, потому что и тех, кто в нем учился, и тех, кто уже давно его закончил, неизменно объединяет высокая цель профессии – проводить в жизни идею правды. Юрфак – это я. Юрфак – это я. Юрфак – это я. Это я. Это я. Юрфак – это я. Ты же не юрфак, ты эфир. Юрфак – это я. Алло, где договор? Юрфак – это я. Юрфак – это я. Юрфак – это мы. Юрфак – это лучшие люди страны.